как на бензовозе добраться до парковки. Остался только час, но мы довольно ловкие. Поверни налево, поверни направо. Видишь ты парковку? Нет, пол это лава. Ой, какой крутой поворот под 90 градусов, аккуратно заносит. О, помогите. Башку как вращает. Привет, ребята, вы на канале Грешные Груши. И сегодня мы играем в Карпарки. Продолжаем парковать разный транспорт. На этот раз у нас что? Бензовоз. Да. Начинаем мы с пикапа. Начинаем с пикапа. С пикапа начинаем, ребята. И нам написано задним ходом. Ничего себе. Вау. Задание это все сложнее и сложнее. До какого уровня дошли, вы пишите в комментариях. Пока мы паркуемся. И ставь лайк. Да. Так, смотри, змейкой. Змейкой микроавтобус проходим. Погрузчик нам мешает, а там еще и контейнер. Не поцарапать мой бок и зад. Прошли, а где место? А вот оно, желтое местечко. Тоже закручивай колеса туда. Закручивай колеса и выкручивай обратно. Встали, нет, паркуйтесь ровнее, он говорит. Ну, что-то мы не так сделали. 70 секунд осталось. Вот это, ребята, самое жесткое сейчас будет. Да, ребят. Как на бензовозе добраться до парковки? Остался только час, но мы довольно ловкие. Поехали с нами, чьи речитативы ждем. Да, очень крутые речитативы у нас, ребята, просто. Ты слышал, да, как заносит его? Поехали. Знаете, ребят, я просто люблю речитативы, очень люблю просто. Отлично тренирует фантазию. Поехали, ребята. Речитативы это вот это, 100%. Точно, вид из кабины, теперь снова. И мы на авиадуке так. Поехали. Не авиадуке, а виадуке. Авиадуке. Авиа это где самолет садятся, а мы на машине. Ой, какой крутой поворот под 90 градусов, аккуратно заносит. О, помогите. Башку как вращает. Тихо, проходим. Прошли, ребята. И выходим, надеюсь, на финишную прямую. Если не финишная прямая, то я не знаю, куда мы приедем. Да. Так, вид из кабины. Едем, газу даем на тормоз. Так, и что он пишет? Поворот направо снова под 90 градусов. Это... Какая узенькая улочка. Это жесть. Как бы заложить и не удариться. Ударимся, начнем заново. А мне совсем не хочется такой большой путь проходить заново. Давай-ка повернем. Где у нас? Видишь, где парковка-то? Вижу. Нарисовано где? Где? Оу, что это за место? Мы прошли, ребята. А, да, мы прошли. Ну вот оно, да? Сколько секунд? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Да! Какой сложный уровень, ребята. И новый. Но мы его прошли. Это продолжение. Мы на складе пытаемся припарковать бензовоз. 130 секунд. Папа, дай 5, но все равно мы его прошли. И куда нам ехать? Смотри, нам дали 130 секунд, чтобы просто проехать 30 метров. А до этого нам дали 130 секунд, чтобы проехать полгорода. Да. Разница есть. Тут, конечно. Тут-то уже вот. Время-то вот просто навалом, ребята. Просто вот тут вот, по горло. По горло, да, время. Ну, 100 секунд. Вот какие разные задания. Так, бензовоз, отлично. Давай. Это даже, наверное, газ. Смотри, газ написано. Это вообще газ, ребят. Есть. Пикап. И что делать надо? Нужно спуститься по змейке вниз, по серпантину. Боже мой. Тут даже газ нажимать. Что? У нас улетела коробка. Аккуратно. Коробка тоже считается вот этим аварией, да? Тут даже газ не надо нажимать, только на тормозе. Оказывается, тут машина даже сама сваливается. Любое чирканье, да, и все. Да. Так, на пикапе мы... Так, как бы... Быстро на пикапе спускаемся вниз. Змейка нам мешает. Нет. Ну, мы спускаемся. Но это всего лишь каприз. Давай. Так.
Давай, вот не черкануть. Смотри, уже почти. Давай. А где парковка? Я на асфальте вижу. Я на асфальте уже вижу, блин, эти нарисованные. 103 секундочки. Есть 100 секунд. Ну тут тоже нам время навалом. Вот она, парковка уже, все. Ну, сложно, но при этом быстро. Да отлично! Дальше. С прицепом, на котором велик стоит. Да. И какие-то бочки. И куда ехать, далеко? Надеюсь, нет. Это тот же склад, где мы припарковали наш бензовоз. Да, поехали. Поехали. Поверни налево. Поверни направо. Видишь ли парковку? Нет. Это облава. Это лава. Да. Да. Поверни налево. Поверни направо. Видишь ли ты парковку? Нет. Пол это лава. Так, поехали. Чего только не придумаешь. Просто у нас куча... Поверни направо. Да. Куча речитативов, серьезно. А теперь поверни налево. Да. Видишь ты парковку? А теперь едь смело. Вау! Круто, молодец. Молодец, придумал. Так, встаем сюда. Вот, смотри, это было недалеко. Нет, это, кстати, не похоже на... Кстати, не есть на смело, Макдональдс, потому что... Да, на Макдональдс. Так, и что, у нас еще задание с бензовозом, что ли? Вид из кабины, поехали. Слышал, как он стреляет? Птички поют. Это охотники, наверное, просто. Это он так, у него передача переключается с ударами. Так, по старому городу едем. Бах-бах. По мостовой, смотри. Ее хотят застрелить, мне кажется, просто. Вот. Тут охотники, наверное, просто бегают. Так, давай, проезжаем старый город. Ну, навряд ли, тут охотники. Проезжаем город. Они же не могут тут где-то спрятаться. Нет, это город, какие охотники, о чем ты говоришь? Охотники могут быть в лесу. Да, в городе их нет. Давай, надо тут, куда нам ехать-то? Ой, направо надо было повернуть. Все, поехали направо. Так, отлично, ребята. Погнали. Птички как поют. Птички! Так, на гору забираемся, ребята. Так, смотри, какой туннель. По туннелю быстро едем. Так. Смотри, чтобы парковку не проехали. Так. Едем. Что дальше? Мы проехали. Ты видел, кстати, там был знак дорожных работ? Да. И сейчас тоже знак дорожных работ, и можно в него врезаться. Лучше не врезаться. Смотри, стрелка. Поехали, ребят. Вот он, смотри. Ай-яй-яй. Так, ну что, когда парковка-то будет? Ну когда будет парковка-то? 72 секунды. Где парковка-то? 70 секунд. Где парковка? 65. Ну где? Просто я не понимаю, где парковка? А, вот, мы сейчас поедем ее. А, засчитали. О, да. Ну что, ребята, бензовоз — это очень серьезная вещь. Если согласны и понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Грешный Груш и не забудьте заходить на мой инстаграм и присылайте речитативы. До новых парковок.